Великая победа – это гордость, преданность, восхищение и честь. Это мужество и единство, сила народного духа и безграничное желание жить. Это вера в будущее, стремление любой ценой достичь цели. Это величественный исторический опыт и мощная система ценностей. Это исключительное братство и самоотверженность, нескончаемая нить преемственности между поколениями. Это вера, счастливое будущее и огромное желание любить и верить, мечтать, надеяться и побеждать. Мои бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны были честными и достойными тружениками тыла, верными защитниками своего Отечества. Орлов Владимир Александрович. Весь его жизненный путь был связан с гражданской авиацией. В 1941 году дедушка был призван в армию и воевал в танковой части. Летом 1943 года был ранен в боях на Курской дуге. После лечения в госпитале его направили во 2-ю воздушную армию, где он был авиамехаником, обслуживал ночные бомбардировщики ПО-2. За обеспечение 90 боевых вылетов был награжден медалью за боевые заслуги. Кузнецов Виталий Алексеевич. Принимал участие в изгнании врага из Калининской и Новгородских областей, в освобождении Польши и Чехословакии, в окружении немцев в Курляндии и в разгроме Опельской группировки врага, взятие Дрездена и освобождение Вены. Он был обморожен, контужен, лечился в госпитале и вновь возвращался в строй. 11 правительственных наград украшали его грудь, а орден Красной Звезды, которым был удостоен за спасение своих товарищей, он так и не смог получить. Именно в канун этого праздника невольно начинаешь задумываться и подводить итоги своей деятельности, чтобы спросить себя, а что я сделал такого, чтобы иметь честь гордиться победой своего народа? И что надо еще сделать такого, чтобы заслужить перед мужественным и героическим поколением наших дедов и прадедов великое счастье жить и гордиться славной историей своей страны.